nagu ütles Dostojevski, eks ole, kas sa taspas jõud mir, eks ole, ja see käib meie kõigi kohta, eriti sellistel, kas ka sa, et smutne ja vremenaaja, eks ole, ja ongi tähtis just, et ilu ja kunst päästab maailma, nii et tere tulemast kõigile ja ma olen väga õnnelik, et see näitus siiski toimub ja minul küll silmad säravad ja sain palju inspiratsiooni, nii et aitäh selle võimaluste eest kallitele kunstikogujatele, kelle tohutud väärtuses maalid siin on, graafika ja nii edasi. Selle kõrvale kunst, väliselt kultuuri siin maksad väga ära. Ja õige. Ja äkki siis paluks meie kallist abilinnapead siis Отчасти постфункцией визов этой выставки является то, что культура – это, по сути, единственное, что сохраняет нас людей и делает нас людьми. Поэтому я думаю, что это сегодня как никогда актуально. Но если Тауно Кандра действительно очень скромный человек, он сам про себя и говорит, что он начинающий, я думаю, что он уже известен, конечно же, далеко за пределами Эстонии, и его слава будет только расти, то понятно, что и два художника, которые сегодня объединили с ним такое трио, и такое трио, мне кажется, только Любаська не может сделать, потому что только она так видит, как может одно сочетаться очень здорово с другим, и получается такая совершенно потрясающая комбинация, которая кому-то другому даже в голову не придет, а потом приходишь, смотришь, как картины, как скульптуры сочетаются, и понимаешь, что как будто так все должно было быть, на самом деле. Поэтому здесь, я думаю, все увидят все своими глазами, и, конечно, очень важно, что и, в общем-то, выставка это уникальна, потому что работы редкие, работы просто так, каждый день не посмотреть в одном месте, поэтому, конечно же, большое спасибо Ольге за то, что она всех сегодня здесь собрала, и видно, что людей много, люди пришли, значит, это кому-нибудь нужно, да, перефразила Ольга, и, соответственно, будем наслаждаться. Я думаю, что то, что погода была такая замечательная, наступила уже конец года, это тоже хороший знак. Поэтому всем, во-первых, всех поздравляю с наступившим летом, вроде бы оно уже пришло, будем надеяться, по крайней мере. И во-вторых, конечно же, приятных впечатлений. Ну и Ольга, если позволите, куратор выставки. Спасибо, очень благодарю за добрые слова. И здесь вот каталог на эстонском, русском, не знаю, что-то там, и маленький, я вот свою сигнатуру еще. Честно, очень благодарю, честно, спасибо, очень. Браво!